с вами Юлия, вы на канале Двоичный Код. И уже прошло ровно 8 суток с того момента, как я пополнила баланс в игре Саламандра. Сейчас вам покажу, что из этого вышло. Переходим в саму игру и нажимаем «Мой выигрыш». На данный момент мой выигрыш 33 750 токенов. Переходим в журналы. Открытых журналов у меня пока что нет, так как все токены мне были выплачены. Переходим в закрытые пакеты. И вот можно увидеть, что здесь есть депозит. Открытие было 02.02 и закрытие его 10.02, то есть сегодня. Сумма депозита 50 тысяч. Вы можете здесь увидеть всю информацию. Здесь также есть журнал покупок и можно посмотреть журнал начислений. Мне поступало 8 платежей по 6750 токенов каждый день. И также у меня был вывод 6 числа на сумму 20 250 токенов, и эти токены я инвестировала в другую игру под названием Пандора. Давайте же перейдем в эту игру. Здесь я инвестировала 20 тысяч, и в сумму в сутки у меня получается 1520 токенов. Сейчас я вам покажу, как же я это делала. Для начала мы нажимаем «Начать игру». Здесь за 15 суток вам будет начислено 14%. И, как обычно, сумма минимальная токенов это 50, а максимальная 5 миллионов токенов. И нажимаем «Купить». Здесь, в принципе, все стандартно. Вводим необходимую сумму депозита. Я вводила 20 тысяч. И мой профит составил 22 800 токенов. Нажимаем «Купить». И, как обычно, перед нами появляется одноразовый кошелек. Его копируем. Переходим в ваш кошелек MineCoin. Вставляем в строку адреса получателя кошелек, который вы только что скопировали. Вписываем сумму перевода, я вписываю 20 тысяч. Обязательно проверьте, чтобы именно стояла монета MineCoin. Иногда может быть автоматически выставлен эфириум. И также проверьте, чтобы сеть была инфра. И газ примерно 41. Это средний уровень. Лимит газа у вас выставится автоматически, как только вы переключитесь на сеть инфра. И нажимаем «Сформировать транзакцию». Как обычно, у нас появляется готовая транзакция и подписная транзакция. И нажимаем «Отправить транзакцию». Изучаем все составляющие нашей транзакции. Если же все верно, если кошелек правильный, перепроверяйте. Вы нажимаете «Да, я уверен» и «Отправить транзакцию». Транзакция отправлена и была получена на счет. Вы можете проследить статус этой транзакции. Вот переходим в открытые журналы, и здесь уже есть сумма депозита. Открытый пакет у меня уже 20 тысяч. Так как я вкладывала этот депозит 7 числа, у меня уже было на сегодняшний момент 2 пополнения, 2 начисления по 1520 токенов. Третьего пополнения пока еще не было, так как на момент снятия видео не подошло время. И выводов пока что еще не было. Напомню, что вывод осуществляется автоматически каждую неделю по четвергам с часу московского времени и по час по московскому времени уже пятницы. Можно так сказать, что сутки потрачены на вывод. Он производится, как я уже сказала, автоматически. И также с пятницы до воскресенья производится. Это написано в правилах, если вы ознакомились с ними, то вы уже знаете эту информацию. Также, если у вас возникают вопросы, как же зарегистрировать кошелек или как зарегистрироваться в системе Автомайн, у меня уже есть предыдущие видео, в которых я рассказываю, как это сделать. Ссылки я оставлю в описании на эти видео. Также я инвестировала, 50 тысяч у меня оставалось, и я инвестировала их в игру Клеопатра. Переходим в эту игру. Сейчас я также покажу, как я это делала. Здесь все аналогичным образом, но за 22 дня мне начисляется 21%. Здесь также минимальная сумма 50 токенов, а максимальная 5000. Нажимаем «Купить», вводим сумму необходимую, я ввожу 50 тысяч, и мой профит составляет 60 500 токенов. Нажимаем «Купить», и также появляется адрес. Этот адрес копируем и вставляем в вашем кошельке в адрес получателя, вписываем сумму перевода, я вписываю 50 тысяч токенов и повторяем те же манипуляции, что и в предыдущей игре.
Нажимаем «Сформировать транзакцию» и нажимаем «Отправить транзакцию». После этого «Да, я уверен», и ваша транзакция была отправлена. Через некоторое время на ваш счет будут перечислены эти монеты. Я также отправляла эти монеты 7 числа. Сейчас, на данный момент, у меня выигрыш уже 5500 токенов. Мне также начисления приходили 2 раза. Выводов пока что не было. Также вы можете посмотреть общий баланс системы, который у вас на данный момент есть. Просто перейдите во вкладку «Мои балансы». И здесь у вас будут выражения в эквиваленте Майнкоина и в эквиваленте Эфириум. На данный момент у меня сейчас 42 290 токенов. И также можно посмотреть в отдельности в каждой игре. И как только мне будет доступен вывод на игру Саламандра, я снова инвестирую эти токены и покажу вам в следующем видео. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч, пока-пока!